После обильных масленичных гуляний у православных христиан начался Великий пост, самый строгий и долгий из многодневных постов. Великий пост, называемый еще Святой Четыридесятницей, был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь. Суть Великого поста – очистить тело и душу от всего, что может помешать приблизиться к духовному началу. Строгая диета, молитва, освобождение от обид, прощение врагов, очищение от зависти и злости приближает человека к тому состоянию, в котором его хотел бы видеть Бог. В еде под полный запрет попадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка, подчастичный растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели. Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины. Великий пост – важный период для христиан, во время которого люди проверяют и воспитывают себя. В это время не только придерживаются пищевых ограничений, а и отказываются от удобств повседневной жизни, освобождая место для духовных ценностей. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения или Пасхи, которое в этом году будет отмечаться 19 апреля.